Раз, два, три, четыре. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная, зеленая была. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная, зеленая была. Очень интересно. Интересные занятия, замечательные педагоги. Замечательные педагоги. Прекрасные. Когда надо, в меру строгие, но по существу. Вот дом, который построил Джек. Зачем так много вот ты давишь? Зачем так много давишь? То есть у тебя сейчас маленькая фраска, и ты должна совсем чуть-чуть дать воздуху. А ты... Здравствуйте. Ну. Вот дом, который построил Джек. Все. Это была моя давняя мечта – заниматься актерским мастерством. Это, конечно, большая работа – постоянно снимать с себя какие-то блоки, раскрепощаться, но мне здесь нравится, здесь я живу. Это в удовольствие. Я довольна. А студенты, которые пришли заниматься на наш актерский курс, в основной своей массе, я так думаю, они пополнят ряды талантливых актеров нашего театра. Мы работаем над этим, работа движется достаточно весело, с одной стороны, может быть и трудно, но тем не менее, я думаю, будет очень хороший результат, потому что сюда пришли именно те люди, которые хотят этим заниматься, это самое главное, главное желание. Он стал чувствовать себя намного лучше, такое ощущение, что... Ты болел, что ли? Что ты стал себя чувствовать намного лучше? Да, я болел. Стал чувствовать себя намного лучше. Да, я болел и стал чувствовать себя намного лучше. Такое ощущение, что я что-то искал и нашел. Ну, наверное, себя искал, и здесь я действительно нахожу себя. И чувствую, что время проходит не зря. Я давно мечтала стать актрисой. И сейчас, благодаря потрясающему составу наших учителей, я думаю, что осуществлю свою мечту. Я вот немножко даже удивлен, что наша вот молодежь, она выбирает именно эту профессию. Потому что было время такое, когда, казалось бы, вот умрет скоро искусство, не будет театра, кино. Какое-то вот было безвремени. А сейчас, как мне кажется, это все возрождается. И вот я, глядя на этих юных наших студентов, получаю удовольствие от того, что они именно хотят заниматься этим сложным и, на мой взгляд, очень нужным делом.